Привет, друзья! Сегодня мы приготовим новогодние елки. Из слоеного теста они делаются очень легко и просто, Виктория. Так, для этого мы сначала приготовим на нашей елке, как они называются? Звезды. Звезды на елке. Так, тесто надо немножечко заранее было достать, чтобы оно было более податливым. А мы решили все сделать быстро и сразу, и поэтому у нас сейчас я буду пыхтеть в камеру. И вырезать елки, вырезать звезды. Так, давай пусть оно немножко полежит. И все-таки мы положили наше тесто немножко отлежаться, потому что оно было прям совсем каким-то замороженным. Вот, голоса на заднем фоне дают знать о том, что все уже дома, все голодные и ждут еды и вкусняшек. Так, вот мы вырезали. Главное тесто, его положить, конечно, отлежаться, но сильно ему не давать лежать, потому что вот оно, смотрите, какое, становится вот таким вот безобразничает, в общем, оно. Вот, хорошо вырезать вот эти наши звездочки. Раз, два, три. И сейчас мы будем делать с вами сами елочки. Наша звезда. Звезды сделали звезду. Да-да. Вот, смотрите, готовьте и не бойтесь, и будут у вас звезды. Смотрите, какая красота. Так, ее мы отправляем на противень. Вырежем еще и одну подружку. Ой. Так, вот так вот. Так, смотрите, еще одна красотулька, звезда. Ну, так, она пошла тоже у нас на противень. И еще одну. Скажи. Мы берем нашу шоколадную пасту. Так, сейчас намажем. Кстати, у нас было видео про шоколадную елку, тоже из такого теста, но она была просто вырезанная. А сейчас мы сделаем немножко другие елки. И это тоже очень весело и задорно, и всем понравится, и взрослым, и детям. Угу, дальше что мы делаем? Так, теперь мы вот эту вот пластинку накрываем другой пластинкой. И вот так хорошо ее прижимаем. Даже можно взять скалку и вот так немножечко прокатать. Так, мой лист хочет прокатиться вместе с тестом. Вот так, оно точно приклеилось. Вот, смотрите, бывает иногда так. Да-да-да. Так, и теперь нам надо это все нарезать на полосочки. Ну, мне кажется, надо их на толстенькие полосочки порезать. Мы сделаем одну тоненькую и две толстеньких. И посмотрим, какие же елки будут более красивые и аппетитные. Мне кажется, детям вообще все равно, какие у них будут елки. Главное, чтобы побольше было нутеллы. Так, теперь мы берем вот эту нашу полоску и сворачиваем ее вот так вот, как будто это платьице. Опа! Смотрите. Она приготовится и скажет: а я вовсе не платьице, я елка. Так, вот мы ее пронзили. Мы ее нанизали на шпажку. И получилась вот такая закорёвка. Змея или буква М. В общем, мы надеемся, что из этого всего получится красивые елки.
Так, из этой, которая у нас побольше, мы тоже сделали вот такую елку. И тоже мы ее вот так вот нанизаем на шпажку. Очень аппетитно выходит шоколад. Боже, я засмотрелась на шоколад и снимала. Как-то не очень. Ничего страшного. Так, здесь поменьше. Здесь отступаем побольше. И самый... Ой. Ой. В общем, этот рецепт, видимо, тоже надо делать с детьми и уже с открытой бутылкой шампанского. Чтобы было веселее. Вот такая вот закорюка у вас получится. Ничего страшного, впоследствии после выхождения из духовки это будет ёлка. Вы знаете, сделайте свои закорюки вот такие вот, более... Распределите их по шпажке, и будут вот такие вот елки, потому что она же раскроется еще. Вот такие елки и звезды мы отправляем в духовой шкаф. Наверх-вниз, да? Наверх-вниз 180 градусов. На сколько минут? А, ну как подрумянится, так и достанем. Минут на 17-20. Как шампанское бокаль у вас закончится, так и доставайте. Наши супер быстрые и супер вкусные елочки готовы. И звездочки. Сейчас мы их объединим и сделаем вот такую красоту. Мы все елочки сделаем красивыми. Ой, моя рука, наверное, что закрывает. Вот такие елочки. И теперь мы их посыпем снегом. В виде сахарной пудры. С Новым годом! Ура! Вы видели, как это легко и очень быстро приготовить? Сразу такое праздничное настроение. Да. И это очень вкусно. Быстренько, быстренько проходим, проходим, подписываемся. Итак, вот наши елочки. Они такие очаровательные, такие новогодние. Готовьте вместе с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии.